Озвучка Джейкуб представляет. За кадром 20-секундного концерта Ви в Каннине. Оно... Нам нужен билет для такого поезда? У ТТ много вопросов перед отъездом в Канным. Он давно не был в поезде. Слушает о том, как нынче проверяют билеты на поезд. Поезд в Каннын наконец-то отправляется. Точно. Я редко езжу на таком. Это весело. Это было так давно, когда я в последний раз был в поезде. ТТ считает поездку на поезде веселой и захватывающей. Он едет так медленно? Обычно он так медленно и едет? Почему? Ему кажется, что поезд едет очень медленно. А разве он не должен быть очень быстрым? Ви заработал 1000 вон в прямом эфире. Оно даже токпоки стоит намного больше, чем 1000 вон. 3500 вон. Ровно. Ви спрашивает у персонала, сколько стоит уличная еда их детства. А когда вы были молоды, это стоило 100 вон, да? Тогда это стоило 200 вон. А в моем детстве это стоило 500 вон. А я также заказывал такие вещи, как токкочи. Токкочи стоили примерно 300 вон. А пожилые люди? Пожилых людей тоже можно звать, да? Это им тоже подойдет? А мне кажется, подойдет. Да-да, нам нужно вызвать сочувствие. И если никто не придет, мы пойдем и обсудим это. Вторая концепция – встать на колени. Пожалуйста! Ладно, все в порядке. Давайте все сделаем хорошо сегодня. Нам нужно найти как минимум 5 клиентов. Файтин, давайте соединим руки. Итак, пусть сегодня будет хотя бы 5 клиентов. Хорошо? Ладно. Раз, два, три. Файтин, файтин. Мы в деле. Я отправлюсь туда. Ви заранее проверяет звук до того, как войдет публика. Каннын. Мы прошли такой долгий путь в Каннын на поезде. Привлечь клиентов сложнее, чем он думал. Моим первоначальным намерением было, давайте сделаем это как сюрприз. Так мы застанем людей врасплох. А но в итоге я оказался единственный, кто удивлен неявкой людей. А люди понятия не имеют, что происходит. Ви великолепно выступает для публики, которая наконец-то пришла. Thank you.
Тете, должно быть, тебе было так тяжело. Хот-дог. Его готовят прямо сейчас. Ты знаменитость? Нет. Да, ты знаменитость. А ну, да ну, ты врешь. А вот один для тебя. Спасибо. Без проблем. До свидания. Это была озвучка Джей Куб. Ставь лайк, если понравилось.